сразу три участника бросили заливать тесто в металлические формы. Кто же поставит бисквит в духовку первый? Настенька, Инесса или Вячеслав Игоревич? Вячеслав Игоревич оказывается первый у духовки. Но Инесса элегантно обходит его на повороте. Вячеслав, не нужно. Настенька и Вячеслав Игоревич остаются сырыми бисквитами ждать, когда освободится следующая духовка. А вот Галина ждать не любит. Пока ее бисквит остывает, она делает вкусняшку из безе. За 5 часов до конца испытания Настя неожиданно решает уничтожить все свои черепа из мастики. Видели черепочки? Все, нету больше. Сейчас переделать буду. Потому что черепочки не белые. Даже чуть-чуть перчен. Настя решает добавить красок и перекрашивать мастику для будущих черепов. Дальше, Галя, неси. Дальше до кухни. И в бедро.